טוב, ברוקלין, בעזרת השם, נטע טורוק, בודים רזגבר ואתנה סמי ואז' נדיין. נדיין שטורון בעזרת השם, ונעשו עברי, און ניטולקה דרגוידיין, און ואז' נדיין, און דיין שטו ספסאית, קשדית של אביק מירי, ותת מיר, ותת ורמיה, אי נקסט מיר. И Безрат Ашем, мы мало дам на эту тему, потому что много людей, извините, не знают, что это Шаббат. Сейчас Рофат сказал, что 9 лет тому назад, что он начал приходить на мои уроки, он испугался, он начал понять, что что-то он неправильно делает. Я начал соблюдать шаббат и закрыл бизнес, что был некошерный. И много-много-много вещей поменял в жизни. И Барух Ашем сегодня соблюдает шаббат. Бизнес некошерный, жизнь кошерная. Барух Ашем, я знаю, жена, бен Порат Йосеф, какая у него, дети. Барух Ашем, у него дети, Барух Ашем, есть удачи, хорошие дети. Барух Ашем. В это 9 лет, что мы знакомы с Рафачик, много повернулся, и повернул он в жизни. И от чего? От уроки. От этих, кто принесли мне тот время. И сегодня он такой, что он сам делает этот мицва, что он всегда, что я сюда прихожу, Рафат первый, что всегда готов, и там со мной. И Барух Ашем еще туда. Ну, Рафат сейчас сказал, когда мы тут ждали начнет урок, Рафат сказал, что все, что я раньше сделал, сегодня вообще по-другому я живу. Все, что раньше я был, как это не другая жизнь у меня. Я сегодня живу жизнь של еврей настоящий. Барух Ашем, и все кошер, и все есть Барух Ашем. Потому что я не знаю человека, что живет в кошерной жизни, у него хашалом что-то не хватает. Нет такой вещи. Я хочу сегодня разговаривать на самый важный день наши – Шаббат. Я не знаю, кто тут соблюдает Шаббат, кто не соблюдает Шаббат, я не знаю. Я не знаю, кто хас в шалом дома сидит, и самый важный день для него – это простой день, или как другие дни, или хас в шалом день, что в этот день уедет куда-то, гуляет, мангал делает. Я не хочу судить никого, я в жизни, что вы знали. Я никогда в жизни не судил никого. У меня в жизни рот судить человек никогда не было и не будет. Потому что я знаю, кто судит, Бог его судит. Что вы знали, что next week на наш урок, в этот день, что мы будем в Ор-а-Мизрах, будет 2 уроки. Один на мои уроки это на эту тему. Не суди никогда никого. Урок, что в Израиль я дал. Это была бомба. Без этого, чем тоже будем на русский язык давать. Я хочу вам сказать один вещь. Мы иногда ищем благословение. Рабы, что даст благословение. Мы ищем иногда много вещей, что они не знают, откуда мне это принесли. Есть один вещь, что Бог обещает. Если ты будешь его соблюдать, держать. Если этот день будет для тебя святой день, ты будешь его правильно держать. Все благословения, что есть в мире, будет на твоя голова. Это Шаббат Амалка. Ликра доди леху венелха. Ки им мекор абераха. Вы знаете, Миша, пьем вода. Что пить вода от кран, она приходит от какое-то место, что там вода сидит. Да, яма какая-то, маян, нахал, наар. Ям. Бог говорит, я тебе не дам стакан. Я тебе дам весь яма. Я тебе даю вода от натурального места, без ничего по дороге, что проходит. Я тебе дам макор шел браха. Не надо искать на улице. Не надо пойти туда, сюда. Я тебе дам день, что от этого день все у тебя будет. Этот день будет тебе сохранить. Смотреть на тебя на весь неделю. Это Шаббат. Если вы посмотрите,
סרג'ו, אהוב שלי, חריסטיאני, זדיה לי דלניך שבת, פסנדי, דין פוסטינס. מוסלמני, זדיה לי דלניך שבת, דין פרדנס. נונס יש נשי דין שבת. Все делает всегда копи от нашей вещи. Но когда он делает паст, это никакой паст. И это никакой копи. Это только они хотели. Но это не наш день. За это надо знать. Ликрат шаббат леху венелха ки мекора бераха. Кол аомел, кол ашавуа. Вешаббат эйна. כאילו חור בקוסו. וכל העומל כל השבוע ושבת קיימה. קוסו שלמה. הנה סתקן. יש הספסטייבר מנוגה מנוגה ודה. ברוך השם. את הסתקן בודית סמטרת נתוויה ודה. בודית דרשת תוויה ודה. בתמוש לתי סבלודאי שבת. נויסטי נבודית סבלודאי שבת. כתוב על השבת מחללה. מה זה מחללה? חלל. מה זה חלל? דירקה. תני דרשת שבת. פסיו שאתה תסברל, פסיו וחות את את הדירקה. פתאום שאתה בן יתו כלי מחזיק ברכה. ומצאתי כלי מחזיק ברכה לישראל. זה השלום והשבת. שבת את הברכה. וזנאיתי. יש עשו וידאו שאתה רושב פשתי שיסות פייסי התישי עברי. Увидели, моя, этот такцир маленький, 5 минут вышла сегодня утром, тут у вас в Америке, вышла на Facebook, на TikTok, на YouTube и на Instagram, на наш канал на иврит. Вышел сегодня короткий, маленькая лекция, ну, такцир. А? Клип. В этот клип очень много хотели слушать, что я думаю насчет, что было в шаббат. И я вышел сюда в моцей шаббат. И у меня урок на иврит не было до вчера в Нью-Джерси. И как я кончил урок, уже утром я встал, и уже был клип 5 минут. Еще несколько часов будет миллион, что увидели этот клип. В ТикТок уже... Сколько есть в ТикТок на такцир הזה? На Инстаграм уже 150 тысяч почти. В Фейсбук уже тоже. На Ютуб 30 тысяч. И сколько? 400 тысяч на ТикТок. Это уже очень famous в Израиле. Сделали тиюг, шелху. И там я сказал один вещь. Извините, что я это говорю, Рафат Шимшон. Саша, я это от сердца говорю. Люди судят людей. Судят людей. Говорят, что там умерли тысячи, потому что они танцевали в шаббат. Потому что не соблюдали шаббат. Как такой вещь можно сказать? Извините. Извините, я не понимаю. Рабай, рабай. Или простые люди говорят, ну, видите, они шаббат пошли танцевать, аношу, курит, трогат, делают там отношениями, там, в шаббат, да, да. Брат, что с нами стало? Ты знаешь, какой у Всевышнего есть вообще счет у Бога? Сказать, что хас ве шалом, люди умерли, там люди их убили, там взяли их, извините, они мне вытащили от них, изнасиловали там, убили там, дети маленькие, взяли 10-12 людей в дом и шахту там, как будто это баранина. Сказать, что потому что они шаббат не соблюдали, это же быть сумасшедший. Это же быть, я не знаю, что это? Судить людей? Да, кто держит шаббат, Бог его, Барух Ашем, на него, нахон, ки ешмера шаббат, эли шмерени, Бог на меня будет смотреть, нахон. Они, когда хотели зайти в Израиль, они зашли, у них был мапс, мап. Там 22 места, что они хотели зайти туда. Они смогли и зашли на 20 мест. На 2 места они не зашли. Они не могли зайти. И это 2 места, что там дверь, это ворот был закрытый, потому что там был шелет, флайер. Ешув шомер шаббат.
это место держит шаббат. 22 места они планировали зайти и убить дети, и родители, и евреи. И от 22 места, что они зашли, и убили больше, чем 1200. Два места они туда не зашли, не смогли, потому что ворот был закрыт, и там есть видео, видно от камеры. Они хотели открыть, не смогли зайти. Закрыто в шаббат. Да, шаббат нас смотрит и нас держит. Но сказать, что человек, что не держит шаббат, за это его изнасиловали и убили, извините, это не еврейский корни, кто может такие вещи сказать, извините. Судить людей, что никогда у вас в рот, вы никогда не судили никого. Пожалуйста, пожалуйста, не говорите такие вещи. Судит евреи, это же наши евреи, кто он не был. Вы знаете, сколько там, 3500 танцевали там. Танцевали там, да, это, да, 100%, это нельзя танцевать в шаббат, в такие места смешные. 100% нельзя, это не еврейские законы. Это не мицва, да, 100%. Но сказать, что за это они умерли? Что это? А что, люди, что соблюдали шаббат, их не убили? Террористы убили в шаббат. Люди, что молились, их не убили в молитва, внутри молитвы в синагоге не убили? Убили. Судить людей, сказать, что за это, что они не держали, за это их убили? Хас вешалом. Что никогда вы так не подумаете. Каждый еврей, это святой. Это каждый еврей, это цадик. Каждый еврей, это кадош. Да, он не соблюдает. Он грешник. Да. Надо его вернуть. Надо ему помогать. Как на первый урок тут мы сказали. Надо ему помочь вернуться. Ну, судить его. Что вы знаете? Ахав. Его жена была Изевел. Ахав. На его поколение работали Авода Зара. Все войны они выиграли. Каждая война, что Ахав вытащил и вышли в это время, выиграли. Они были сами-сами грязные насчет, что Авода Зара работали. И в этот партий, что сделали там, показали Будда, что они танцевали вокруг Будда. За это они умерли. Хас шалом. Да, это больно смотреть, что вокруг Будда там Авода Зара они танцевали. Но они это не работали Будда, они не, לא השתחוו. Авода Зара זה שלוקחים פסל, משתחווים לפסל, מדברים עם רזגבר במסתת פסל, מדומים שתו שעס, צ'ודי בודית, צ'ירי זה תת בודה. אני это не сделали. Да, знают, брат мой, Рофа, ты хочешь слушать правда? Там был Лио Асулин, футболист Бейтар ירושלים. Он у меня на уроке. Там были девочки, там были люди, что работают в полиции, что они у меня в уроке бывают, они любят Тора. Клянусь, они любят Тора. Но у них большой яцер ара. Но у них, они не выросли в такой в дом. Они с 30 чем-то лет, 20 чем-то лет жили так. Они только в последние месяца приходят. Ты знаешь, сколько я знаю оттуда людей, что их убили. Как можно сказать, что... Они умерли за... Кто ты? Кто ты вообще? Кто ты, что судишь? Шаббат это шаббат. Вообще вопросы нету насчет этого. Шаббат это шаббат. Шаббат это самый большой день. Но судить, потому люди умерли, потому что шаббат не соблюдали. Извините, такие вещи. Еврей нельзя, что он сказал. Хас шалом. Там есть фото и видео, что... Это тело ломается, сердце замерз, айс. Шаббат это браха, да, мы знаем. Инна, мы увидели сейчас. Два места закрыли в шаббат, там никто войны. Да, это браха. За это ну, судить так людей, хас шалом. חס שלום. רמב״ם פישית. כל הברכות יש ביום הזה. Все благословения в этот день. Все, что ты делаешь next, на next week, это все приходит от шаббат, что ты соблюдал. אומר, וכל מי שרוצה שתהיה לו ברכה בחייו, ידע ששבת שמה. אתה חושב שאתה בו לברכה סלוויניה? יש את הדין ויש לו את הדור מזנת
Что это в жизни? Учиться на него. Знать, как соблюдать. Шаббат, шаббат. Сейчас ты в шаббат ходишь по дороге, и там есть какой-то флайер, что в моцей шаббат, или в сандей, или мандей, есть какой-то там фильм, синема, или какой-то игра. Можно на это вещь смотреть? Если сейчас ты увидел, это не грех. Но если ты увидел и пошел смотреть, что знать информация, это сейчас ты хилул шаббат. Нарушай шаббат. Потому что захоль бе шаббат нельзя. Надо учиться, как соблюдать шаббат. Но, во-первых, надо знать, что есть важный день у евреев. Что это самый важный день, это шаббат. Амар Раби Хия бар Аба. Один день я был в гости у человека. И я знал, что этот человек, что мне пригласил, он не такой богатый. Так я знал, так мне сказали. Ну, человек хочет, что рабай пришел к ним домой, сделал шаббат. Я пришел. Так пишет Раби Хия бар Аба. Умер, я пришел туда, в этот дом, блудкия. И там он говорит, да, я пришел, я зашел домой. И там есть очень богатые люди. Там очень богатые люди. Но я не знал, что он такой богатый. Да, там жили очень... Написано, «Техев ле Талмид Хахам браха». Кто занес к себе домой Талмид Хахам, у него уже благословение дома, потому что он сефер Тора, что ходит на ногах. Это не сефер Тора, это сефер Тора, что ходит на ногах. И были там в этот глотке, были там очень богатые люди, что каждый день Тора у него дома, у него дома, у него дома. Там шаббат, у него шаббат. И он не знал, что он такой богатый. Он пришел в шаббат. Серджо, он заходит. Звоночек, слушай, брат. Он сидит на стул. Ашер, стул, золото. Саша, на столе все золото, бриллианты. Руфа Чимшон, он знает, что тут богатый есть. Он не думал, что он такой богатый. Вообще не думал, что он богатый. Ну, такой богатый. Сидит. Все золото, настоящее золото. Бриллианты. Сидит и говорит, у меня вопрос. Хозяин говорит ему, рабай, сейчас еда придет, пожалуйста. Каждый вопрос, что рабай задаст, я ответ только, давай покушаем, рабай. И какая еда. О! Ну, как у Рофат, у тебя в бизнес там в зале, да? Такая еда, такие салаты, такие... Там, я знаю, у тебя, Серж мне сказал, какой Рофат мне сделал брит для красавчик. Ты. Эй, мой любимый. Ашер, а? Кто ходит? Вы сам сказали, кто ходит к Шимшон Рофат это на его улам, оттуда выходит, что его живот, штабах шемол аят бен Порат Йосеф. И Барух Хашем, шаббат такая, салаты, Денис, Саламон, Лаврак, туда, сюда. То рабе говорит, вау, сколько, вау, такая вкусная еда. То таскают мясо, цли, баранина, люлю кабаб, люлю-люлю, люлю-люля, ля-ли-люлю, и там антрикоты, и там, иштабах шемо, и там, это душпере, что делает, ну как, не душпере, это тапуах адама, что делают на картошка, на это, а? Картошку люля. Там, я стал опять голодный, алла. Картошка люля, и туда, и кабаби наши такие толстые, ты знаешь, Бог Хашем. Ах, Кавказ им лохцим, ай, штабах же мулад. Когда ты видишь это, ты видишь, это шипур, ты знаешь, израильский, а когда ты видишь, кавказский, это как так-то? А? Видно, что это наши, что ваши молят. У Бухарский, у Кавказский, вообще. Он не понял, что это? Он говорит хозяину, могу задать вопрос? Он говорит, апай, клянусь,
Каждый вопрос, рабай. Шаббат, так и так, что? Мы там не торопимся. Можно еще покушаем? Задашь вопрос? Этот богатый знал, какой вопрос. Он подумал, ну, такой вопрос он мне за... ему было неприятно. Покушай, рабай. Какое вино? О, какое вино. Потом это как это, ну, конец, это сладкие вещи, как называется? Дезерт. И какие дезерты. Рабай с ума там. Ну, 6 часов сидели на столе, рабай говорит, извини, могу вопрос? Хозяин говорит, рабай, давай попьем мало. Будем петь песни, потом вопрос беседовать. Попили, хозяин пошел спать. Утром встали, на синагоге вышли, молитва. Пришли, хозяин говорит, могу, ну там, это, рабби, давай сейчас суда шния, потом, и так суда шлишит, и так суда ревит, и после суда ревит. Рабби говорит, я понял, что с тобой вопросы. Говорит, нет, почему, рабби? После суда ревит сейчас, ты можешь задать вопрос. Слушайте, что пишет Тора. היה שואל אותו לאחר שבת עם 4 סעודות, שכל השולחן היה מכסף טהור, סילבר טהור, זהב ויהלומים וכל מיני מאכלים וסוגים, ואמר לו, שאל רבי, זדאי בפרוס, שעשיתי בפוסקאי, זדאי. אמר לו, בני, מויסין, как ты достал это? איך זכית לזה? ты не только богатый, ты радостный человек. Есть такие богатые, лицо, есть такие богатые, у них нету 1 секунда отдых и покой. ты не только богатый, у тебя есть такая, ты радостный, ты счастливый. как это так? Я не хочу быть богатым, умер ло рабай. Я хочу знать, как ты богатый, и у тебя есть такой покой. Как ты богатый, и ты не такой жадный, и ты не так... много богатый жадный. Как ты такой богат, и как... такие вопросы дал ему. Он сказал, раба, я тебе... я знал, что это будет твой вопрос, но я сейчас хочу тебе ответить. Могу? Конечно, я хочу знать. Я хочу учить других, как быть, как ты. Жизнь – это учеба. Ну, жизнь, мы учим, а жизнь – это школа. И я хочу эту школу учиться и учить другие. Мне... кайф, как приятно видеть такой еврей, как штабах Шемонад. Как ты это делаешь? אמר לו, רבי, דבר אחד יש לי להגיד לך. один вещь я хочу тебе сказать. יום שישי, перед שבת, я был קצב. Я был такой, что работаю, где мясо, как звулончик. Он работает, а где режут мясо. И я такой был. Омер, и всегда, что я увидел хорошее мясо, что она красивое мясо, что она такая, видно, что она вкусное мясо. Я ее закрыл и сказал, это для шаббат, я это не трогаю. Это для шаббат. Амар ло, все? Амар ло, ло. אמר לו, каждый вещь, вся моя жизнь, что мне было сладко, я закрыл и сказал, это только в шаббат. Рыба, что она самая вкусная, я весь неделю ее не трогал, я сказал, я покушаю только в шаббат. Сказал, все? Нет. Омер, и никогда не было такой вещи, что я кушаю в шаббат, и будет такой, что не кушает в шаббат. Я когда себе взял кушать, я всегда, всегда, всегда сделал так, что если есть человек, что ему, у него нету еду, нету что кушать и пить, я ему перед шаббат, до шаббат, я поставил дворе, в дверь. Амарло, далеха,
טוב עשית. что ты знал, ты красавчик. красиво ты сделал. אמר לו, למה רבי? אומר, פתמו שאתה נפיסה נבנה שקניגי, אומר, כל המכבד את השבת, השבת מכבדת אותו. כתו דילה את ובז'ניה כשבת, שבת עימוד היו את ובז'ניה. וכל המאכיל עניים בשבת, השבת תאכיל בני ביתו. כתו דיות עניים, ניש לידי, בידני. שבת, שבת דילה איתק, שאתה עוניבו כגדה פרידות לידי קושת, не будет никакой бедности, будет богатство. Только все шикарно. Сколько шаббат это? Самый хороший еда, став в столе. До шаббат. У тебя есть помочь, помоги. Кому нету, помоги. Бог говорит, ты помог, ты им поставил еду, у тебя будет еда. Ты оставил самые вкусные вещи в шаббат, ты их не кушал на весь неделю. У тебя будет самая вкусная еда. Полностью будет. И так, как Мара пишет, что он стал богатый. Почему? У него было уважение к шаббат. Это Мидраш пишет. Но несколько лет тому назад Рав Мейр Клайн, он был аврех простой. Еще, ну, потом все знали, кто это Рав Мейр Клайн, Кодеш Кодашим. Но когда он был простой аврех, 30 лет, 35 лет, ну, это не простой аврех, но себя он считал простой еврей. Он один день увидел какой-то человек, что далек от Тора, сказал ему, шаббат не соблюдаешь? Он говорит, нет, почему? Ты когда-то чувствовал, что это шаббат? Он говорит, нет. Ну, шаббат мой, это море, это мангал, это маткот играет. Сказал ему, так ты не знаешь, что это шаббат? Он говорит, я знаю, что это шаббат. Ну, не как ты, шаббат. Он говорит, я могу тебе пригласить шаббат ко мне? Он говорит, Рав Мейр, ой, какой рав, я простой еврей. Можешь ко мне прийти шаббат? Он говорит, Рав Мейр, неудобно, у тебя даже место там будет вообще. У него была одна комната спать, одна комната, это, ну, зал, а где там 42 метра дом маленький. Он говорит, слушай, не только что есть место, ты можешь принести еще друзья, как ты? Он говорит ему, какие друзья, где мы будем спать? В туалет, рабай. Говорит, какой туалет, у меня дом большой. Рав Мейр, никакой рав, придешь ко мне шаббат? Ну, никак не знаю, шаббат. Я тебе пускаю все дело, только приходи шаббат. А тот пришел в шаббат, час до шаббат пришел, подумал, они покушают хлеб и соль. Он думал, он знал, он аврех учится в Тора, нету. Он думал, что покушаем там, может быть, я принесу в кулек что-то, может быть, он обидится. Но он кушал много-много до шаббат, что не остаться голодным. Зашел в шаббат, принес еще 3-4 друзья. Зашел в шаббат. О, радовался, какой радоваться, так радовался Рабби Мейр Клайн. Взяли, пошли в синагогу, и леха доди ли краткала, и тот там смотрит на всех, как они поют там. И он, шамор безахор бедибуреха, и там все молятся, он там смотрит, делает так. Он смотрит, что он так делает, он тоже делает так. Он так делает. Потом Алену Шабех, он говорит, все, да, домой. Пришли домой, он думал, что пустота там, не будет ничего. Он был соферс там, Рав Мейр Клайн был соферс там. Ну, пишет мезузот, пишет тфилин. Его жена вытаскивает. Какие, вау. Смотрит, он говорит, вау. Только что он не взял на проценты деньги. Только что он не взял от какой-то на кредит карт, купил что-то для меня. Кушают, весь шаббат кушали. Так, после шаббат этот еврей говорит ему, слушай, Рав Мейр, я не ожидал такой шаббат. Это так, такой, а?
Такой шаббат! Вау! Ну как у вас? Amazing! Yo, I'm shocked! Вау, бро, роу, роу, роу. Амарло! Ты можешь мне ответить, как ты, аврех, учится, ты учишься в колен. Как ты можешь иметь такие... У меня такие вещи нету в шаббат. Он говорит, я тебе скажу правду. Я с Богом сделал дил. Какой дил? У меня все, что я зарабатываю, у меня два банки такие, купот. Все, что я зарабатываю, половина я ставлю для дом, половина для шаббат. Сейчас я написал мезуза, 150 шекель, 75 я ставлю в доме давать, что жену там, ну там расходы, там электро, все это, что работает, там вода. 75 я даю, ставлю покупки для шаббат. Когда я открываю покупки для шаббат, я не понимаю, там есть бесконец деньги. Я не знаю, что делать с этими деньги. Так я всегда ищу, кого ко мне принести и покормить, потому что так много денег есть. Кому купить так много? Этот начал улыбаться. Сказал ему рабай, правда сказать? Мне не было удобно, что вы спите. Я не знал, где. Но нам было так удобно, и так классно, и так свет такой, и вкусно. Если так шаббат выглядит, я тоже хочу шаббат соблюдать. Этот еврей после 7 лет стал его ученик самый-самый близкий. И сегодня этот ученик, он рош ешива в Израиле, в Иерусалим, что у него учится 650 аврехим. Шаббат. Шаббат. Шаббат это большой день. Есть такие люди в мире. Они хотят, чтобы ты пришел к ним на 3 дня. Четверг, шиши, шаббат. И в воскресенье ты можешь ехать домой. Приходи на это 3-4 дня. Сделаем шаббат вместе. Люди в этот шаббат, у них после шаббат свет. Они не хотят пойти спать. У них есть охота, еще шаббат, давай. Не надо вытащить шаббат, не хочу вытащить шаббат. Можно еще 2 часа шаббат. За это есть тут люди. Дома сидят люди, смотрят. Слушают этот урок. И ты соблюдаешь шаббат. Принеси к тебе домой кто-то, кого-то, какой-то еврей далек. Покажи ему, что это шаббат. У нас шаббат. Мы кушаем, молимся, играем игры. Сидим, играем, поем песни. Мой папа любит петь песни, и мы с ним поем. Какой мы хотим это петь песни в шаббат. Он жизнь невозможно повернуть назад. Они говорили, аба, Алла Пугачева. Говорили, ах, я с ним. Кайф, мой отец шаббат не соблюдает. Ну, когда шаббат приходит, он самый-самый счастливый, что есть в мире. Ашер и Звулун со мной сделали в шаббат в Израиле. Ну, как мой отец шаббат? А? Па, 100 грамм, 100 грамм. Человек, что до этого, что мы вернулись в Бетшува, у него шаббат был мангал. Не, скажи ему сейчас мангал в шаббат. Ты что, дурак? Что ты? Ты хариш? Ты что, ты с ума сошел? В шаббат мангал делают? Что это? Ты не еврей, что ли? Скажи ему мангал в шаббат. Я рак бали авор. Вода зара. Хас шалом. Ло. Ло, זה מה פתאום. שבת, מוי עתיד, שדי עוד שבת. שדי עוד. שדי עוד, там песни, там это, то. Там, о, זה כיף. זה כיף. Сидим, разговар, ומניע זה טלפון. Это больни, это головные боли, что делает это. Все новости. У тебя день забит все. У тебя день зарядка есть для души, для духа, для тела. Спать хорошо, кушать хорошо. Шаббат это не еще день. Это самый важный день.
Извините, вопрос у меня. Извините, у меня вопрос. Аширчик мой любимый. Шаббат какой день это? Седьмой. Когда мы говорим ришон, беврит, шени, шлиши, да, рави, хамиши, шиши, кто говорит тут шви? Никто. Все говорят шаббат. Почему? Потому что это не как все дня. Шешет ями маса ашем это шамай бет арец. Убайом ашви шаббат. Вейнафаш. Шаббат это не как все шесть дня. Это не еще день. Это другой день. Это вообще все по-другому. За это, что вы знали, знали, сколько шаббат есть в месяц? 4 шаббат. В каждый месяц есть 4 раз шаббат. Шаббат седьмой день умножить на 4 раз. Сколько выходит? 28. 28 на букве. Это буквы Коах. Кто хочет сила на весь месяц, иметь месяц, самый хороший, много сила, это 4 раз шева, 4 раз шаббат в месяц, это коах, у тебя будет сила на весь месяц. Итлер и Махшимо, он все сделал, что мы шаббат не соблюдали. Потому что он знал, так можно нас спустить и убить. Когда у нас сила не будет, за это флаг нации идет 4 раз 7. Это написал один, что с ним сидел в тюрьме. Что он ему сказал, что если я от них возьму шаббат, и возьму от них скромно, возьму от них сами кдошим шелем, врин кдошим, я их убью, они не смогут. Я их буду выиграть. Он знал силу, что есть шаббат. Лахен, рабботай, шаббат это самая важная вещь. Когда человек строит дом, наверх, на крышу, что ставим, что вода не зайдет? Ну, есть такие, ну там, это черный, ну как это, что? Итум. Зефет. Ну, смола. Бог говорит, ты хочешь, что у тебя не будет хас шалом какой-то? Да, потяти. Да, поставь итум. Как я делаю итум? Шаббат. Хафец Хаим, когда пришли, рабай, у меня детей нету. Соблюдай шаббат. Ну, я масорти. Я делаю кидуш, рабай. Он говорит, кидуш делаешь, барух Хашем. Ну, авдаля делаешь? Авдалу нет, рабай. Он говорит, нет, написано в Тора, шлоша менухалей олам абаем. Три, у них есть радость, счастье, покой в этот мир и next мир. Кто? Кто это три? Амегадел банав ле талмуд Тора. Он получил от Бога дети, да, мальчики, и он их вырастил на Тора. Второй, адар беэрец Исраэль. Кто живет в Израиле? А шлиши? Кола мавдил бе муцей шаббатот. Кто делает авдала в муцей шаббат? И там вопрос, почему не написано, кто смотрит шаббат, держит шаббат, или кто делает кидуш шаббат? Потому что, Айн Яков пишет, потому что есть много евреев, что делают кидуш, а потом машина вум-вум-вум, едут гулять. Он говорит, кто это, что у него есть нахала? Кто делает авдала? Если он сделал авдала, так он соблюдал шаббат. У него есть разница между шешет ямим, шесть дня и шаббат. Для этого Хафец Хаим сказал, соблюдаешь шаббат? Не кидуш. Авдала делаешь? Соблюдаешь? Если соблюдаешь, если будешь соблюдать, все будет. Шаббат. Наконец этот урок. Наконец этот вечер, что для меня было Бен Порат Йосеф.
А Раби Микожниц пишет, кто будет радоваться в шаббат, и не будет у него одна секунда, сейчас переживает, или лицо так, без настроения, или плакать, или там плаксун весь день, нет. Улыбайся, радуй, шаббат! אומר הרב מקוז'ניץ, כל מי ששמח בשבת ועובר את השבת בשמחה, ויש לו שמחה בלב, הוא ניבוא בסרצה, רדס שבת. בוגה בישאי שתו ניבוא בסיעה נדילה, בודית רדס, פתמו שתו ניבוא בולה רדס שבת. כך תבואי שבת ויגלדית, תק תבואי נדילה בודית ויגלדית. За это в шаббат есть много яцара. Жена, дети, поспорится. О, сами много спори. И самые многие, что ругаемся дома, это в шаббат. Почему? Потому что яцара знает, если в шаббат будете ругаться, вся неделя пропавшая неделя. Все. Так кто-то мне сказал, рабай, так шаббат я сделаю без жену. Сказал, ты сумасшедший, ты вообще с ума сошел. Делай жену, только яцара не занеси домой. Бруклин, что мы этот шаббат соблюдали, не только для нас, для нашей семьи. Что наши дети увидели, что это шаббат. Извините, что я так говорю. Сегодняшний день. Какие мы сумасшедшие стали, все наоборот стало. Мы делаем кидуш. Все дети вокруг шулхан, наш стол. Сидим, поем. Еврейская семья нормальная. Самые чистые, самые высокие. Самый радостный день. Праздник, шаббат. Поют, пьют. Иногда танцуют. Сидят, кушают, играют. Сегодня смотрите, что это рофат. Сегодня шаббат не держат. Дети выходят гулять. Они поют. Они пьют. Они танцуют. Они с ума сходят. И домой вернуться. Не то же самое они приходят. Они теряются. Они грехи собирают. Трогают, делают. С ума сходят. Я говорю тут родители. Покажите детьми, как это шаббат. Потому что ты всегда захочешь, что твоя семья будет вокруг тебя. Будет с тобой петь и пить. Если это не будешь учить, они будут петь и пить без тебя. Не сок, грана, это анавим, 100%. Они будут петь, они будут пить. Очень тяжелые вещи, что они забудут, а где они вообще находятся. Сегодняшние много наши дети в Израиле. В шаббат ходят, гуляют, пьют. Трогают, танцуют, себя тирают. Араби гуляют. С мусульмани уйдет. Кто хочет трогать, трогает. Пьяни, женщина пьяная. Когда такое вещь было у нас? Женщина пьяная? Девочки пьяны? Кто-то тут раньше когда-то увидел бабушка пьяная? Кто-то тут увидел, что мама заходит домой пьяная? Сегодня молодые дети смотрят. У них есть такой пример. Молодые матери сегодня пьяны, пьют. Домой в шаббат заходят, вырывают на пол. Глупости разговаривают. Бог знает, что они там сделали, что они делают. Это пример, что наши дети получают. Какой это большой стыд. Какой это позор. Раньше люди играли с их детьми дома. Сегодня люди играют на улице и теряют их дети. Он идет, играет,
На улице покер, играет карты, идет в казино. Мешуга, ты себя потираешь, твоя семья потираешь, и дети потираешь, потому что ты на улице играл. Играй доми, в дом играй, свои дети, и ты их выиграешь, и себя все оставишь, и у тебя все останется. Кто играет с его дети дома, он выигрывает дети и жизнь. Кто играет на улице, он потирает его дети, и так потирает его жизнь. Так это шаббат. Соблюдай, покажи им пример, что это шаббат кодеш. Что они пели и пили с тобой, сидели рядом с тобой, пошли спать рядом с тобой. Что утром стали нормальны покушать и молиться с тобой. Чем сегодняшний день нету шаббат. Каждый выходит, куда он хочет. И ты не знаешь, как они вернутся, если вообще они вернутся. Потому что самый главный день мы потеряли, Сердж. Это наш шаббат. Это наш святой день. Боголюбимый день. Тов лаодот ла-Ашем. Алла шаббат ха-Кдоша. Что мы этот день не забыли, это не просто день. Это не простой день. Это не еще день. Это самый важный день. Этот урок, что все, кто нам помочь, что мы пришли сюда, чтобы уроки делать, все, кто организовал этот урок, и это два урока, что тут в этот вечер были. Первый урок на машмаут, что это, смысл, что это вернуть люди бетшува, близко принести их. И на этот урок второй, что это самый важный день у нас, шаббат. Нету такой день. Люди хотят быть как мы, копии делать. Они не смогут никогда. Держите этот день. Не для себя, для твоя семья. Чтоб, вы знаете, вы тут живете в Америке. У американских есть один раз в год family day, да? Есть такой йом ха-мишпаха. Да? Йом ха-мишпаха. У евреев есть каждую неделю family day. Нам не надо праздник шел гоим. У нас есть наши праздники каждую неделю. Family day. Шаббат шма. Ее имя Шаббат. Шаббат, вы знаете, какие буквы это? Тешев. Сиди. Сиди. Шаббат? Тешев. Адихай. Какие буквы Шаббат? Башет, стыд. Кто держит шаббат, реально держит шаббат. Ты увидишь, у него дети стыд на лицо. Шаббат. Сколько это на гематрия шаббат, только скажите, дайте мне знать. Шин бет таф. 702. 702. Сколько это? 702. Сколько? 7 плюс 0 плюс 2. Сколько? 9. 9. Это самый высокий номер у евреев. Потому что это правда. Эмет. Эмет это алеф, мем, таф, 9. И эмет 9. Все вокруг этот день. Шаббат это 9. Смотрите. 9 плюс 2, извините, 9 умножить на 2, сколько это? 1 и 8? 9. 9 умножить на 4, сколько это? 9 умножить на 4? 36. 3 и 6, сколько это? 9. 9 умножить на 9, сколько это? 8 и 1? 9. 9? Это 9 всегда. Шаббат, кто держит, всегда будет. У Бога держит. Бог его будет держать. Кто не держит шаббат, у него нету next мир. Эн ло хелек ла олам аба. Эн ло хелек ба олам азе. Он живет тут, но это не жизнь. Эн ло жизнь. Я знаю такие люди, хилоним, далеки. Когда уже будет шаббат? Я хочу отдыхать. И мы не только что хотим отдыхать. Мы кайфуем в шаббат.
Учите другие, что это шаббат. Покажите им этот урок. Что может быть у них что-то зайдет в сердце, что начнут соблюдать шаббат. Что после этого урока Бог нам дал только счастье, радость и покой. Что Бог даст, и Безрат Ашем, за люди такие, как вы, что в Хануке были тут опять, на еще много уроки, на русский, на иврит. Что Безрат Ашем всегда мы дали и сделали доброта, и что никогда не нуждались. Что Безрат Ашем были любимыми у Всевышнего. За эти как два уроки, что сегодня тут были. Что Безрат Ашем душа шел твоя бабушка, что она двоюродная сестра, брат, ну, шел мой дедушка, что это באמת для меня это радость узнать это, что мы не только друзья, мы семья. Мы тут вообще семья одна большая. Я рад, что вы тут со мной были. Я вас люблю от вся моя сердца. Сах Боже, Беро. Сах Боже. Рофа Чимшон, Сах Боже. Саша, спасибо. Зволунчик, спасибо за это, что кушали вместе, что вы нас так пригласили, вся семья. Аширчик, спасибо, что ты есть. Пожалуйста, не уходи никогда, никуда. Серджо, ты будешь всегда останешься мой любимый брат. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что у тебя такие понятия в жизни. В жизни иногда люди соблюдают, начинают держать, но теряются. Они теряют их корни, их понятия. Я такой рад, что before Тора у нас были понятия, у нас были экроноты, у нас были законы, что никогда мы на это не пройдем. У нас было такое воспитание. Я говорю всегда, у нас было хорошее воспитание. Ну, по дороге с временем мы мало потерялись. Но я такой рад, что у нас было такое хорошее воспитание, потому что сегодняшнее, когда мы добавили, уже 15 лет уже бетшува, мы добавляли на нас Тора, это сладко. Есть такие, у них есть Тора, но у них нету законов, мусар, хаим. Нету понятий. Он говорит, Аллаха пускает, я делаю. Но написано, что ты можешь тоже не делать. Он говорит, не, он мне стукнул в машине. Я его возьму на суд. Аллаха пишет, мутар. Да, ну. Есть понятие. Бит Рахман, Рахмадул. Да, ты можешь ему простить, ничего. Шахрер его. Не, Аллаха пускает. Что ты такой, Раша? Не, у тебя друг, 20 лет вы друзья. Да, сейчас вы уже не друзья. Что ты идешь с его жена? Аллаха пускает, он говорит тебе. По Аллахе нету проблемы. Ну, мы были друзья 20 лет, были друзья, все. Они больше не муж, жена. Какая проблема есть? Я иду по Аллахе. Расшаше камоха. Раша, меруша. Раша. А что, Аллаха не пускает? Аллаха пускает. Но это, что ты сейчас делал, это же не мусар. Это ло арахим. Ты не мужчина. Ты не мужчина. Ты грязный человек. Да, Аллаха пускает. Но ты неблагодарный. Ты там кушал, ты там спал. Ты там пил. Ты там пел. Ты понимаешь, я рад, один вещь я рад, Рофа Чимшон, мой старший брат любимый, что у меня кипа есть после, что у меня есть, во-первых, корни и воспитание, что быть before everything, быть человек. Я никогда, ины мой ребенок, я никогда никого не обманывал, не потому что Тора учила, потому что у меня дома учили, что если буду обманывать, я удар и получу в мой язык. Я в жизни не трогал кого нельзя, потому что моя мама учила, что это может быть твоя сестра. Я никому никогда плохой ничего не сделал, потому что моя мама учила, что если сделаешь, это вернется на бехазара, назад. Это, что мы вернулись бетшува, это чудо большое. Это подарок большой. Но что мы знали? Before everything, быть человек. Будь человек и мусар. עם ערכים, עם דרך ארץ. After this, פסטה ודבבלי אפסר שאתה תחודשש. נו, ביץ קיפה, היא ביץ גרזני, ביץ ברדה.
и думать, что ты уже половина Бог. Соблюдать шаббат и думать, что эти, кто не соблюдают, пун на них, они мукцы. Кто ты вообще? Бог Хашем тебе дал Бог подарок. Есть такие, что это подарки, что они получили. Не думай, что ты лучше, чем кого-то. Бог тебе дал подарок, скажи спасибо, закрой твой рот. Это красиво соблюдать, это красиво держать, это красиво одеваться, как это Барух Хашем, все, все нормально. Но иметь кисуй рожь на голове и проклинять люди, и разговаривать лешон ара, какой кисуй надо? Кому надо твой кисуй? Тебе кипа на голове. Но ты разговариваешь на всех. Делай, что хочешь, потому что думаешь, ты уже половина Бога. Кто ты вообще? Это что у тебя есть, и ты соблюдаешь. Барух Хашем. Молись. Сделай так, что тоже он будет соблюдать. Не смейся на него. Не проклиняй его, не ругай его. Никогда. Ну, по Аллахе. Да, по Аллахе ты прав. Но Аллаха пишет. Да, ты прав. Аллаха пишет. Ну, по Аллахе это не так. Да, да, по Аллахе это так. Ну, на, если на Аллахе, на по Аллахе, на по Аллахе, в Аллахе. Быть человек. Быть человек. Всевышний нас злой только за один вещь. Потому что мы сегодня хотим пустить себе все. А вальбифор все мы забили, что самое главное у Всевышнего. Это быть человек. И мы это потеряли. А ну же можно, он говорит. Можно, можно. Написано, что можно. Да, ты прав, написано, что можно. Хотел бы, что, если это был твой сын, тоже сказали, что написано, что можно. Ну, по Аллахе можно. Ну, подумай, что это твой сын. Можно или нет? Ну, я сейчас не разговаривал лешон ара. Я правду сказал. Да, ты ишемет. Ты правду сказал. А правда это лешон ара, красавчик. Ну, это я не обманывал. Да, ты лешон ара сказал, не обманывал. Это правда, это лешон ара. Ну как? Я сейчас объясню как. Пример, это сейчас был твой сын. И он это бы сделал бы. Хотел бы, чтобы на него разговаривали? Нет. Почему нет? Потому что твой сын. Это Бога сын. Закрой рот. Хватит им лешон ара. Хватит им твой плохой глаз. Хватит! Люди умирают от этого. Вы знаете? Губы, зубы и язык это как бета-альмин. Это как кевер. А где люди похоронены, а где люди там нанизу на пол? Внизу, в землю. Это за этот язык. Вы знаете, как я знаю? Потому что губы это одем. Адама. Какой цвет у них? Как земля. Зубы они белые. Белые. Когда человек умирает, с какой цвет его закрывают? Белый. Белый. Пиштан. А когда его внутри бросят, бросают, на него все закрывают, это как наш язык. Потому что язык ты внутри не оставил. Когда ты его открываешь, ты твой смерть открываешь. А потом, когда умрешь, он зайдет внутри назад, в темнота, пиштан и земля. Почему ты там? Потому что у тебя язык грязный. Что вы знали, много людей умирают от их язык. Это мы молимся каждый утром, что Бог нас спас от нашего языка. Другие пускай разговаривают до завтра, у людей грязный рот. У них с Бога шот. Твой язык ты сам закрой. Закрой.
Спасибо вам, что вы мне привезли. Я вас люблю. Спасибо всем. Боклин, Сах Боже, спасибо за все, что Бог вам дал только радость в жизни. Что увидели всегда на хорошие дня. Что без радости всегда на себе нацлиях. Амин в амин. כל השיעור הזה להצלחת כולם, לרפואת כולם, לילוי נשמת הסבתא. שיהיה ברכה והצלחה תמיד. יבס טובלו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בנם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.